Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, знают ли они о запрете выезда на лед и как магаданцы относятся к нарушению этого запрета. Наверное, отрицательно. Потому что это может быть опасно для их жизни. Ну, человек каждый отвечает за свою жизнь сам. Абсолютно верно, что запрет существует. Это же все-таки зависит наша жизнь от этого. Поэтому нечего, есть приказ, и легко выполнять все, что сказано. Тем более решаются вопросы для нас. Сказали нельзя, значит нельзя. Сказали ходить в маску, значит ходим в масках. Правильный запрет, потому что многие мужчины особенно не понимают, что это опасно для жизни. А потом, когда они оказываются в непредвиденной ситуации, нашим органам МЧС приходится их спасать. Ну вот, казалось бы, надо как-то быть умнее, что ли, предусмотрительнее и предотвращать такие вещи. Народу же бесполезно объяснять. Им же рыбалка главнее жизни. Ну, то, что на лед выезжать запрещено, это я знаю. Сейчас трещин много говорят, особенно в новостях. Ну, а то, что нарушают, ну, это рыбаки, им всегда азарт. Да, я в курсе, то, что есть такой запрет. Но мне кажется, то, что сейчас на льду живые трещины, как мне известно, и люди просто не понимают, не думают о своей жизни, безопасности. Они могут просто уйти под лед, если что-то случится. Поэтому зачем рисковать своим здоровьем, своей жизнью? Просто можно посидеть дома и найти какие-то другие варианты собственного досуга.